Какая первая реакция у вас была, когда вы получили приглашение, когда узнали о том, что примете участие в этой беседе? Для меня, конечно, приглашение было неожиданным, но приятным в то же самое время. Мне сообщили о том, что Хиллари Клинтон готовится представить свой доклад, посвященный свободе интернету в мире, и о том, как интернет помогает продвигать ценности свободы, ценности демократии в мире вообще. Это будет, в принципе, программная речь, адресованная тем людям, которые имеют возможность влиять на политику в мире. И Хиллари Клинтон, насколько мне уже известно из тех деталей, которые у меня есть, будет пытаться объяснять им, почему важно именно на интернет делать упор, как на главный фактор продвижения свободы в мире в сегодняшние дни, особенно в тех зонах, в тех точках планеты, где режимы не очень свободны, где средства массовой информации не очень конкурентные и не все имеют к ним доступ. Какова значимость этой беседы для Молдовы в целом? Важно, что Молдова как страна будет там упомянута и не раз. Она будет упомянута госсекретарем США Хиллари Клинтон. И о Молдове будет говориться как о стране, которая ровно год назад вступила на новый путь демократии, используя интернет-технологии, безусловно. На мой взгляд, чем больше международного внимания будет уделено нашей стране, тем больше шансов на нормальное цивилизованное развитие у нас есть. Понимаете, без того, чтобы о тебе знали, никогда нельзя будет уговорить какого-то иностранного бизнесмена привести в неизвестную доселе страну, деньги, вложить их, а тем более заставить их там работать. Нас всегда путают со страной Малави, либо с Мальдивами, а Молдове вообще как о стране мало кто знает в мире. Как вы думаете, почему Хиллари Клинтон выбрала именно вас? Я не знаю, наверное, стоит спросить Хиллари Клинтон, если у меня будет возможность задать ей этот вопрос, я обязательно спрошу, почему именно я. Но, наверное, я была приглашена, потому что я для них являюсь там гражданкой страны, в которой в прошлом году произошли очень важные для страны события, а именно смена не очень свободного режима на режим более свободный, более демократический со всех точек зрения. И именно так в мире нас представляют сейчас. Как готовитесь к встрече? Я преследую цель совсем не ту, чтобы объяснить, что на самом деле произошло в апреле 2009 года в маленькой стране Молдова. Для меня намного важнее дать понять, что в мире существует такая страна Молдова. Это новая демократия, которая пока еще учится ходить, да, у нас, может быть, что-то не получается, но мы определили свой вектор развития. Для меня намного важнее именно говорить о Молдове как о стране, как о бренде. События прошлого года показали. В стране все может быть очень тихо и внешне может казаться спокойно, и даже в международных отчетах мы можем числиться как страна вполне демократическая. Но когда вдруг в стране произошло то, что произошло, и вдруг все стали обращать внимание, вдруг поняли, что в течение 8 лет последних и со свободой слова были проблемы, и с экономическими свободами были проблемы, судебная система была абсолютно коррумпирована. До этого мир это не интересовало. И только после того, как произошло то, что произошло, мир вдруг задумался о том, что, оказывается, в Восточной Европе, в Молдове все не так, как до этого казалось. И это хорошо для нас. Пусть обращают внимание, пусть думают, пусть обсуждают, пусть говорят. Для нас это только дополнительные очки.